говорит, пришел домой, она говорит, трак. Я говорю, да, трак. Тоже начал пропадать там. Закуривают, язык развязывается. Какой итог всего этого? Меня зовут Валера, мне 36, и я дальнобойщик. Ну, начиналось там, как обычно, с пацанами на дворе, на ярде, как здесь говорят. Попробовал там, по вечерам тусил. Там и попробовал трак. Да, это был трак. На дорогой, конечно, денег не было. Там что механик-сварщик там сварил какой-то, как бы, на такой трак, как бы, деньги были такой, попробовали там. Там пацаны были, кореша тоже, там Дима китаец, там Саня капитан, Глеб бруклинский, там вот все вместе как бы там попробовали. Ну и первое время начал просто по вечерам пропадать. Потом уже глядишь, там и неделю, там и две недели дома не появлялся. Ну и жена, конечно, узнала, там выкупаешься сразу, там разговоры такие, там постоянно там загрузился, разгрузился, там что там компания, деньги, там все такое. Рукав там длинный начал носить опять же. Ну и жена говорит, трак. Я говорю, да, трак. Ну, говорит, хотя бы по-легкому еще все. Ну, понял, я ей говорю, конечно, да, по-легкому. Там, говорю, драй, рэф, там еще по-легкому все. Ну, а кто по-тяжелому, там, лоу-бой там называется так. Это уже когда лоу-бой, это уже ниже некуда уже, на самом дне, значит, внизу. Вот. Ну и вот, и значит, жена уже беременна тогда была, и дочка родилась у нас. Потом мама приехала, ну и, значит, тоже про трак узнала. Я там, пока мама была в гостях, за 2 месяца там я пару раз только дома был, все постоянно пропадал на траке. Тоже плакала сначала, конечно, плакала. Ну, дай сигаретку пока покурить мне, а? Плакала, ну потом они с женой как-то общий язык нашли, там и поддерживали друг друга, и меня поддерживать стали. Ну, а пацаны, что там, знаете, так загрузился, там закуривают сразу, там драйв пошел, язык развязывается, там по телефону разговариваешь, даже не помнишь, как время пролетает. Ну и со временем жизнь вся одинаковая по кругу становится, там eat, sleep, drive, repeat, так говорят в этих кругах, одинаково, значит, все. Ну и некоторые завязывают, знаешь, там завязал. Потом смотришь месяц-два, вроде нормальный человек. Ну, потом начнутся звонки эти, там, с компания, там, это друзья, там, звонят. Как, что. Ну, и глядишь потом месяц-два, смотришь на него и снова на траке, короче. Снова туда же. Ну, а как? Ну, кто-то там на легкие вот эти, а кто-то на тяжелые, там, ну, марафон спринтом заменить пытаются, но, как бы, результат один и тот же, там, выйдешь, смотришь уже. Поле лежит в конце стога. Ну и вот такие вот дела, в общем, и выход один только получается. Завязывать надо, а завязать как? Ну, в основном или сам человек сильный выйдет из этого, или дочка, или жена, родители вытащат, или уже церковь. Ну а если нет, то все, ребята, там, как здесь говорят, там, flying J, flying to Jesus, там, лети к праотцам уже, значит, дороги нет назад.